В прошлом видео я рассказал о том, что надо любить друг друга и давать людям хоть какую-то частичку своей любви, чего-то светлого, и тогда, может быть, мир изменится. И сейчас я хочу показать небольшой пример, как это сделать. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Деметков Юрий. Смотрите, что у меня есть. У меня есть вот такая коробочка, сейчас я вам ее покажу. Я получил ее, ну, через Авито, пересылку из Казани, из Татарстана. Это не суть, важно на самом деле. Смотрите, что в ней. Распаковываю. Вот так вот аккуратненько уложенный пакетик распаковываю. И вуаля! Посмотрите, какая великолепная штука. Кожа толстенная. Михаил Михайлович Жванецкий. Это книга. Подарочное издание. В таком вот кожаном переплете. Посмотрите, как красиво сделано. В таком же переплете можно сделать все, что угодно. На самом деле, суть не в этом. Суть в следующем. Откуда эта посылка у меня? У меня есть сокурсница, которая уехала в Америку. Давно уже. Она уже живет там лет, ну, 20, я так понимаю. Вот. И у нее остались здесь родители. Папа. Маму она забрала уже себе, она там живет. Вот. И у папы недавно был день рождения. Она захотела просто папе сделать подарок. Как это сделать, если она в Америке, папа здесь? Да вот так. Значит, она меня спросила, говорит, я нашла книгу, говорит, как бы папе ее, ну, как бы переслать, вручить и так далее. Я говорю, ну, пожалуйста. У нее, надо сказать, что сохранился еще счет в России. У многих не сохранился счет в России. Пожалуйста, я говорю, я могу это сделать. Ну, то есть она не знает, как это сделать, где ее купить. Она нашла эту книгу на Яндекс.Маркете за 12 тысяч рублей. Вот. Я нашел эту же книгу на Авито за там, 6 900, там, за 7 тысяч рублей. Вот. Собственно говоря, все, она прислала мне денежки, я, так сказать, оплатил на Авито, Авито-доставка и все. И Авито-доставка – это великолепная вещь на самом деле, потому что Авито-доставка – это очень дешево и достаточно надежно и быстро. И главное, что пользоваться именно Авито-доставкой. То есть вы регистрируетесь на Авито, оплачиваете карточкой, но продавец не получит эти деньги до тех пор, пока вы не получите товар. Это очень хорошая штука. То есть деньги, Авито подтверждает, что деньги поступили как сервис, и все. Вот такой вот простой, незамысловатый сервис. И все здесь очень просто. Но если у вас нет денег в России на счете, тоже, в принципе, не страшно, можно, так сказать, сделать валютный перевод. Я дам реквизиты, куда перевести деньги. Тоже проблем особых не будет. То есть я могу и это сделать тоже для вас и ваших близких, потому что, ну, я хочу помогать людям. Вот. Ну, просто надо договориться о курсе, собственно говоря, и все. Вот. И если мы хотим помочь людям, я знаю, что у многих есть такая проблема, пожалуйста. Особенно сейчас, когда сейчас идет сезон распродаж, я знаю, так сказать, там массово сейчас люди что-то покупают, достаточно дешево, и, пожалуйста, можно сделать вот это дело. Мне очень понравился, есть сервис такой, цветы можно подарить, то есть из любой точки мира вы можете подарить там цветы кому-то, и их доставят там
места назначения. То есть, как бы, если у вас кто-то находится там в Свердловске, пожалуйста, значит, можно найти эту точку и, значит, там в течение там, какого-то времени доставят цветы прямо домой. Есть такие сервисы, то же самое. То есть, это все можно сделать. И, ну, проблема, конечно, в платежах трансграничных. Ну, здесь я говорю, здесь я уже могу как-то помочь. Ну, надо, конечно, об этом договариваться заранее. Вот что я хотел сказать. Любите друг друга, делайте друг другу подарки, и мир станет лучше. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. До встречи.